Всем привет! Как я и обещала в прошлом видео, сегодня будет вторая часть «Как стать модной уточкой». Первую часть можно посмотреть по ссылке в описании под видео. Ксюш, дай мне камеру! Всем привет, мои дорогие уточки и девочки! Чтобы стать модной уточкой, я всегда ищу новинки в Pinterest. Посмотрите, сколько красивых картинок! Да, Милка, например, мы заказали вот такую парфюмерную водичку. Вот такой парфюм. А также в Pinterest есть и наш аккаунт. Нам с Милкой очень нравится магазин Shein. И мы заказали платье с вот таким принтом. И посылка к нам уже пришла! Сейчас мы будем ее открывать! Первое, что мы вам покажем, это новая постель для Милки из магазина Cozy Home. Это очень модная постель в клетку. Сейчас мы заправим ею Милке кровать. Очень мягкий матрасик. Две подушки и одеяло. Милке очень понравилась постель в клетку. У нас есть вот такой стульчик с сидушкой тоже в клетку. Пока уберем игрушки и всю постель. Этот матрасик был маловат для Милкиной кровати. Думаю, этот подойдет. Скоро у меня будет самая эстетичная кровать. И одеяло. Ну как, Милка, удобно? А теперь мы откроем набор для уточки. Посмотрите, какой эстетичный пакетик. На нем нарисованы цветочки и написан набор для уточки. Милке уже очень интересно посмотреть, что же там. И это мягкая папочка с медвежонком. Она сшита из фетра. Можно попробовать положить альбомчик. Кстати, его нам прислала подписчица. Достаю дальше. О, это что-то интересное. Думаю, тебе понравится. Это эстетичный декор для комнаты. Мы приклеим это облачко над кроватью. Это очень модная и сейчас популярная свечка. Это как будто квадратик, собранный из маленьких шариков. Ее можно поставить на вот такую подставку. Это декор для стола в коробочке. В прозрачной упаковке можно увидеть, что декор будет в виде клубнички.
Это подставочка. У нас есть такая только в виде цветочка. Дальше откроем милый пакетик с сюрпризом для тебя. Это очень трендовая игрушка «Гусь». Он упакован в крафтовый пакетик. Ой, какой милый! Я видела это у модных уточек! Смотрим дальше. А вот духи и парфюм, про которые я говорила. Они в очень милой упаковке в прозрачном пакетике с лентой. Вот такие духи с медвежонком, а точнее это туалетная водичка. И маленькая бутылочка с милой собачкой. Побрызгай на меня! Это две открыточки с медвежонком. Они тоже сейчас очень модные. Милка их кому-нибудь потом подарит и напишет вот тут пожелание. О, вот и одежда Шейн. Два пакета. Сейчас будем наряжать Милку. Какой милый свитер! Он голубенький с сердечками. Мы оденем сверху на платье, потому что эта кофточка очень сочетается с ним. Ну что, Милка, давай посмотрим, что во втором пакетике. Вот, как раз про это платье я вам тоже говорила. Смотрите, какой милый медвежонок. Ой, давай скорее мерить. Это платьице нежно-розовенькое. Милка, тебе очень идет. Все, Милка, смотри, как много мы и так заказали. Ребята, а ваши уточки хотят быть модными? Пишите в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока! Сюш, ты мне конфету обещала!